Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Добрый день, уважаемые зрители. Бүгін 5 ақпан, 5 февраля 2024 год. Сейчас я нахожусь в городе Астана и сегодня предлагаю прокатиться по проспекту Аблайхана. Аблайхан даңғылымен жүріп көрейік, Астана қаласындағы. Қазір енді Аблайхан даңғылына бұрылайын деп отырмын. И что самое интересное, в Астане я тоже катаюсь на Subaru Forester. Это вот Forester 2023 года модель. Так, вроде как уже... О, здесь, оказывается, в машине есть этот... Автовыключение-включение. Будем поворачивать нам налево. Проспект довольно большой. По карте посмотрел, он здесь начинается. Здесь вот есть мост. Погоду вы сами видите. Можно сказать, что небольшой буран. Идет снег. За бортом минус 3 градуса. Все утро наблюдал, как здесь убирают и чистят улицы. Но, по всей видимости, этого недостаточно. Честно, вот ну как мне, как не жителю города Астаны, непонятно, здесь есть автобусная полоса или нет. А так вот есть камеры Сергек стоят. Направление на Караганду. По карте также посмотрел. Проспект Аблайхана в дальнейшем идет в сторону города Караганды. И можно сказать, что в дальнейшем превращается даже в Карагандинскую трассу. Отель, ресторан Султан Бейбарыс. А здесь получается на проспекте по две полосы движения в каждом направлении. Я так понимаю, с правой стороны все же есть автобусная полоса. Вот и знак. Здесь с левой стороны прям дома вдали стоят от дороги. Это очень радует. Значит, шум от дороги не так слышен. С правой стороны здесь дома. Это вроде как правый берег, старая часть города Астана. Довольно сильно отличается от новой. В новую часть мы тоже прокатимся. Я там вчера гулял. Просто обалдеть можно. Микот, Дархана, Дигермен. Есть вот такие остановки с отоплением. Вчера тоже получилось, как говорится, ощутить его на себе. Очень удобно, особенно когда ветер. Здесь, с правой стороны, какой-то парк. Есть дорожное освещение, тротуары, ну как все положено. Все же столица. Интерия Конакри. Пешеходные переходы. А, здесь пересечение. СОС, детская деревня Астана. Астана Балалар Калашагадид. Аблайхан даңғылы. С правой стороны прям какой-то реально большой парк, аллея. На
удивление, в Астане есть люди, которые ходят без шапок. Майлин көшесі. А здесь вообще непонятно, сколько здесь полос движения. Мусурепов көшесі. На карте нашел отметку, что здесь с правой стороны находится Квишлер аллеясы. Аллея и вправду большая, почти занимает половину данного проспекта. Тянется вдоль проспекта. Есть вот такие тоже дома. С правой стороны получается больше всего это частный сектор. Такие невысокие дома. Впереди у нас будет Момышлы даңғылы, Қошқарбаев даңғылы и направление на город Қарағанды. Здесь вот с правой стороны уже пошли, видать, новые дома. Так давно в эти края вообще не ездил. Кажется, вообще в Астане был 4 года назад последний раз. Теперь высокоэтажные здания стали с правой стороны, а частный сектор с левой стороны, видите? Здесь, в этой части улицы, высадили молодые саженцы деревьев. Вот здесь вот есть смол магазин. Думаю, в будущем еще будет меняться облик данного проспекта. Так, впереди у нас Айнакөл көшесі. Есть какая-то небольшая развязка. Яссы здесь есть какое-то заведение вот такое. Мейрамхана, ресторан. Здесь вот такое большое учреждение, похоже на больницу. Так.
Труханаса вроде как. Да, так и есть. Это детская больница еще и. Городская детская больница. И если верить картам 2GIS, в этой части уже заканчивается проспект Аблайхана. И в дальнейшем уже идет, как продолжение написано, трасса Астана-Караганды. Но знака о том, что мы выехали из города, я пока что не видел. Вот, еще есть Автомарт, Вольтман. Это, видимо, ЖД-дорога новая, кстати говоря. Вот как она выглядит. Вроде как в сторону нового вокзала. Заметно, что в эту сторону город не так сильно растет, как, к примеру, в сторону аэропорта там или в сторону Корғалжын. Но здесь тоже есть новые ЖК. Вон там с правой стороны, к примеру, вдали, прямо отдельно стоящие. И здесь вот тоже с левой стороны тоже есть ЖК. С другой стороны, пока что пустырь, конечно. На канале появится несколько видео про город Астана, про столицу. Обязательно посмотрите как и новую часть города, так и старую часть. Довольно сильно отличается. Здесь вот есть тоже разные автокомпании, дилеры. Впереди вижу вдали Магнум. А с правой стороны, видать, какой-то новый квартал, новый микрорайон, может быть, строятся большие высокоэтажки. АЗС Аурика. Наверное, сейчас прокатимся до того самого Магнум. И потом там уже развернемся и вернемся обратно в город. Здесь в городе я вообще никогда ранее не снимал улицы города Астаны. Как раз будет интересно самому посмотреть. И я думаю, и вам будет интересно увидеть, как изменилась столица за последние годы. И что здесь вообще интересного. А так вообще, конечно, город Астана меняется очень быстро и растет. Город реально растет. Быть может, в будущем эти районы тоже будут застраивать. Астана – центр таможенного оформления. Магнум. Астана – кедендік ресімде орталығы.
Кажется, раньше вот этот торговый центр большой назывался как-то по-другому. Арзан, что ли, может быть. Ладно, уже точно уже вижу, что выезжаем на трассу. Будем сейчас разворачиваться и возвращаться в обратном направлении. АЗС М36. Интересное название. Есть также здесь вот с правой стороны гольф-клуб Астана. Рахмет, сау болыңыздар. Спасибо и до скорой встречи.